Блин, ну не знаю, мне кажется, это же Ишака. Так, где-то за рекой, короче. Курс примерно 300. 30. Прям нулями походишь? Не, я сейчас поднимусь немножко. Меня прям прижимают бомбы. Тебя шасси прижимают, а не бомбы, блядь. Да, вот я тормоз. Куча. Так, а мы реку еще не переехали? Нет, нет, нет. Так, а курс отхода у нас получается... Где-то... 5, что ли? Так, они сразу за рекой, да, там? Да, где-то сразу за рекой должны быть. Сейчас зены, блядь, дадут нам просраться. Сразу увидим. Подожди. Получится не потерять. Вот город, от города дорога налево. Так, градишка не идет. Ты вперед немножко ушел, да, там? Я левее. Да-да, я и впереди, да? Ну да, походу. Так, город наблюдаю. А он где? Район справа? Цели наблюдаю. Он у меня справа. А, да, так это два. И от города налево дорогу. Дорогу, блядь, и пока не наблюдаю. Вдоль дороги должны стать. Там несколько дорог выходит, так, которые налево. Так, а никто еще не работает, да? Нет. Ох-ха. Ох-ха. Дорога. Ага, вот город. Наблюдаю цель. Давай. Захожу. А, или не цель еще? Да. Не, блядь, это просто какая-то черная писюлька. Они на дороге должны стоять. Вижу, вижу, вижу их. Дорога, такой поворот хороший. Они прям четко стоят, вдоль них можно бросить. Так, наблюдаю контакт на 11 у меня высокий. Давай бросим. Это что-то большое вроде, ну, среднего размера. Да, прям вижу, вдоль, да, дороги летишь, оставляешь ее справа, и там такой прям поворот классный. Да, вижу. Прям заходи и забрасываешь. А, все, вижу. Прям резкий, да, такой, но, поворот, и они так, прям на ним стоят. Ну, мы так вдоль зен пройдем, лучков. Зены начали работу. По захожу. Мне, захожу, давай. Тогда кидать буду. На тебя что-то вырезало? Блять, сколько зен. В облака кто-то хуярит. Ой-ой-ой, меня уже пробили. По мне бьют, я пытаюсь открыть. Я понял, бросаю сейчас. Давай, я тоже бросаю. Ты куда? В начало, в конец? Я в начало брошенный. Я обе сразу сброшу, пизду. Естественно. А ты по одной не бросишь. Ты прям потом не вести. Я одну сбросил. У меня вторая не сошла. Ну, быстро себя нажал, блядь. Я про ногу похож. Я ухожу, нахер. Ты что-то зацепил вроде. Там бегись. Так, большое подходит с севера. Да, большое с севера, это наше, скорее всего. Понял, отлично. А чё так столько взрывов-то? По мне бьют стены. А, у нас там еще это. Большое с севера. Пятку хочешь, да? Нет, я сейчас бросать буду. Бросим. Моряк, пожалуйста. Отхожу. Пешки пришли. Не, ничего не зацепил. Меня уже зацепили. Промазал я, да? Ну, я промазал точно. А вот ты не знаю. Так, а куда я лечу-то вообще? Да, вот я тоже промазал. Так, я над нашей этой. Ну, зены, как бы надо уметь. 80. Ну сейчас, может, пешки подрежут, зены, можно еще раз попробовать сходить. Здесь я вот сразу. Только я не понял, почему у меня, блядь, я вижу траекторию полета снаряда, блядь. А, бронебойки здесь тоже с этими, да? Не знаю. Никак на лавке.
Так, один танк есть. Это ты? Да, я мне засчитали я один. Захожу еще разок. Меня бы пробить пики сразу, поэтому я сбросился по-быстрому. Второму попал, не знаю, лопнет, нет. Так, я уже получил, да. А, ты отошел, да, совсем? Конечно, я понял. Меня пробили. Я понял, понял, давай, давай, давай. Здесь, в принципе, есть кому работать. Так сильно это клонит на... О, у меня и приборы все выбит, блин, сейчас все посажу. Вам попробую как-нибудь. Тут нет. Совсем не разбить. Что-то я прям перелечу. Крыло заваливают. Я себе какое-то повреждение. Да. Палочка светленькая. Пеня, а я. Клюнул, собственно. Че, теперь тоже разбил, получается? Ну, в ремонте, да. Пока же можно будет летать? Ну, теоретически, да. А здесь черный, да, я думаю, может по supply пойдет. Да, давай, сейчас я поддержу. Ну, хочешь, я в перекрышке похожу. Да, смысл, иди, Игорь, хочется лучше. Их он 20 сюда. Блять, в одно ебло и чертачко. Да, да, находится на счет. Уходи, просто. Чувствуешь плохо, уходи. Так, изгоним инструмент, попал. Все, я без пушек отхожу. Да, давай быстрее, потому что там будет. Что у нас там? Интермасса пал. Дивка. Блять, двум накидал, дымятся, но они, наверное, не лопнут сейчас, ребята. Мог ты лопнут. Ребята их заберут. Да, ребята заберут их сейчас. Так, у меня синева, блять. Убегаю, убегаю, нахуй. Иду на юг, кричу, блядь. Ну, знаешь что, курс, если все, мне уже пизда, он уже на 6. 120, гони от танка, курс 120, ты прям выйдешь. Он меня, он меня выскочил, проскочил, сейчас другой будет добивать. Ничего, гони, 120, там наша наземка стоит, она прикроет там. Да, блядь, я уже речку пересек, не знаю сейчас куда, левее, по-моему, надо. Речку пересек, а ты каким курсом? Я на юг шел, сейчас, блядь, не вижу этих девчуру ебучих, их там пара пришла, блядь. Сворачиваем на 90. Еще один заходит, блядь. 90 прямо отлично сворачиваем. 90 или 105. Пробит, убит нахуй, ебаный в рот. Не ругайся. Нет, не убит, ранен. Фу, блядь, хоть не убит. Притрись тогда, что делать? Я упал, кверх ногами лежу. А, упал, да? Он хоть так. Он вроде впыхнул последний вздох.
Знаешь, как это большой перевес. Блядь, ну как... Думаю, нахуй. Долго, Думаю, не нахер надолго. последний. Да, последний заход не буду делать. Пойду, блядь. Вот-вот. В проектах так, да. Два танка, один тяжелый, одна зенитка у меня засчитали. Два танка, один тяжелый, одна. Ну, два танка, одна, в смысле, один грузовик и одну Ну, зенитку. на, вообще не ошибись. Если живой остался. Ну, живой, да, остался. Так, Женя, по-саплаю эту карту. Да, потому давай. Что мне надо самолеты отбить. А я сейчас пойду этих петухов хуярить на лавке. Ты просто покурать, я знаешь, как делать, когда один. Я, ну, повыше забираюсь, просто ищу бобров, ищу этих там, ну, зазевавшихся, то есть так вот. Ударил, ушел, чисто бум-зум. И смотри по карте, куда они полетят. Они все время куда-нибудь перелетают. Такие места вот там. Посмотрим, куда они могут. Единственный, конечно, минус у меня это, блядь, я не факт, что на своей уже территории перетяну. Посмотрим. Сейчас непонятно. Defend. А танк надо 120 сразу ходить, как синий появились. 120 ушел, там наш этот ежик стоит, а там они бы не сунулись туда, там пулемет в стоп стоит, там капец. Ну, я вижу, на юг пошел, потом уже довернул налево. Я обычно сразу курс отхода перед атакой смотрю, чтобы если плохо, чтоб сразу знать, куда валить. Так! Чё, я, наверное, наберу... Посмотри, что сотворит. Громославка. Громославку можно. Громославка, Бузитака. Кто? Дрянь. Короче, всё можно сотворить.
Ах, ты сегодня тоже соплай. Там за миссию 7 или 8 тех кардиналов. Ярил одного, блядь. Хорош. Здорово, парни. Так, привет. У меня шестерина, блядь. Где мои? На тайле. Я понял, где? Где мы поздравляемся? Это... Северная оборона. На севере, где котел, короче, наша оборона. Здесь до хера немцев, блядь. Одного сбил. И меня сейчас пизда, наверное. Тихо. Сука, там оказывается два быстрых было, блин. Ну да, сейчас раскапывается в пару станет. Хорошо, видно. Ну я сваливаю, блядь. Набраться. Сам ходишь, на юг ходишь? Да-да-да, на юг. Опа, на шести у меня, сука. А ты, погоди, оборона же целая, и возле обороны висит, там же земля. Да я уже отошел от нее. Блин. Пропустил, пропустил одного, пропустил другого, отхожу на аэродром. Фока и Мессер, короче. Понял. Блин, завожу. Попробуем, может, на аэродром хотя бы откинуть. Давай, попробуем. Мне еще кто-то здесь помогал, куда братишка. Не ли это три немца, ептель-моптель. Нет, на три немца идут за мной. Ты на чем, на лавке? Я на лавке, да. Да, зем, смотри, высотки уже начали лупить. Я понял. Тут как высотки, тут куда-то вверх. Еще бы сориентировался, сука, не я, блядь. Может, ракету? Сейчас я тебе ракету кинешь, ага, ракету. Пропустил каску, смотри. Нихуя не вижу, блядь. А, вижу, вижу, еще? Вижу, спасибо, 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 брат. Все, я вижу, сотки начали, сейчас я, блядь, я перегрелся чутка. Да. Идет за мной, сука. Да, стреляет, еще бы не. И попадает пару. Сильно злой какой. Ну ты их разозлил. Фока, сука. Блять, я, короче, сейчас буду сажать, я пробитый вот над аэродромом. Давай. Зенитки по нему прям хорошо поливают. Да, 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 вижу, вижу, вижу. Если Фока, это скорее всего хил. На тебя заходит внимание. Пошел через заплакат. Заходить будет внутри сейчас на тебя. Заход сейчас стрелять будет. Осторожно. Блин. Так его ел вроде пострелил. Я уже сажаю. Стреляет. Горю, блядь. Ну жив пока. Уже, сади. Наверное, жив. Горю, сука, как если все не взорвусь. У него нормально все, у него крыло оторвалось. Ничего. Если успею выйти, не сгорю, то, блядь, выживу. Хотя вряд ли уже, блядь. Ну, хвостом шести шевелит еще. Давай, 6-5 секунд. Давай, 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 давай. Давай. Такие бои надо записывать. Ёб, я записал, блядь, но видишь, трек не записал, сука. У меня шедеплей только, блядь. Один легкий, аварийная посадка. Блин. Отлично. Я не уверен, что он выжил. И он хвостом, знаешь, я педалями шевелю, он хвостом так, ну, сначала шевелит, потом медленнее, 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 блядь. Самолет лежит и горит, блядь.